Опа, так, кто это у нас пришел? Приветики. Здравствуйте. Я к вам в гости, да, пожаловала. Здравствуйте, здравствуйте. Заходите. У нас сегодня, да, новая рубрика. А зацените мой дом, как вам дом? Ого. Даже телевизор есть? Да. Самый дорогой, что ли? Нет. Ну ладно. Ну ладно. Смотрите, было и раскошили. Смотрите, тут красный, синий, справа синий, слева красный, кровать. Нифига, слушай, прям по твоей кроссовочке. Да, здесь, смотрите, кухня. Смотрите, смотрите, какие стулья. Это Спанч Боб? А, нет, это не Спанч Боб, это лягушка такая. Да-да-да, это тигра, короче, это синий тигра, это... Ну, слушай, прикольные цвета, смотрите. Крутые, слушай, ты где покупал? Манкея, у Сезанны. Вася, Вася, смотрите, у нас... вот это, смотри, тут будет новая рубрика ваша. Прыгай тогда. Я? Прям на этот стенд прыгни, да. Прям прыгать? Да-да-да. Можешь креативу зайти. Ничего себе, ты что удивляешься? Ну вообще, ты меня не видишь, что ли? А? Смотрите, просто вообще, вот это. А что ты такой большой, это за гиганты какие-то? Короче, дорогие друзья, сегодня у нас будет рубрика новая. Типа, знаете, как вот Noob и Pro, только тут будет Noob и Pro в миниатюрном мире. Иногда будут такие рубрики. Вообще, ребята, ставьте прям сейчас лайк, подписывайтесь на канал. Прожимайте колокольчик обязательно. Ай! Короче, пока я телепортируюсь, тут надо аккуратнее, а то можно расфигачиться. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Какой-то злобный смех, короче. Если что, я, короче, болею, поэтому мой голос немножечко не состыковывается с тем голосом, который вы обычно слышите. Это предупреждение. Да, 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 ребят, Машка болеет, короче. Вообще, да, сейчас на чихну и бациллы. Не, не надо. И, ребят, вопросичек дня, значит, короче. А какой, смотрите, там играет мультик Nyan Cat. Какой у вас любимый мультик? У тебя вообще какой есть или нет любимый мультик? Будем, короче, начинать. В общем, Машка, ты готова? Нет. Отлично. Так, ну что ж. Сейчас опять упадет. А, не упал. Не-не-не, сейчас все четко. Кстати, боится, короче, переживает, короче. Так, у нас сегодня рубрика, что надо сделать защищенные дома миниатюрно, вот этом маленьком мире. И, соответственно, потом мы посмотрим со стороны, чей будет дом круче, тот и победил. А в конце тот проиграет, того взрываем. О, такая Машка. Я могу прямо сейчас уйти, вот дверь там. Так, ладно, все. Давай сейчас, короче, подготовимся. У нас территория гигантская, и построим для друг друга разные. Короче, смотри, защитный дом Noob и Pro. Миниатюрный. То есть самый маленький домик Noob и Pro. Ты сможешь? Нет. Все, отлично. Давай тогда начнем. Ладно, сейчас начнем. Все, ребят, начинаем. Приступаем. Машка, ты готова? Я готова. На самом деле не очень, но я готова. Так, здесь 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ты уже копаешь, что ли? Конечно, конечно. Тут будет мега крутое испытание, Машка. Ты даже вот, ну, не представляешь. Ты представляешь, мега крутое испытание? Не, не представляю. Короче, смотрите, ребят, у Машки там, по идее, что-то такое должно быть, по идее, нубское. А здесь, типа, такое, как про, что ли, типа, так, оп, вот так вот делаем. Ну, такой, типа, про, короче, чисто такой. Так. Маша, должно быть что-то не очень, а у меня круто. Так, строим. Если что, ребята, вы можете прям такие же разные испытания делать для ваших друзей. И поверьте, друзей у вас не останется. Поэтому лучше не советую. Поэтому лучше смотреть просто ролик, короче, Евгений. Да, реально. Ребята, вот прикиньте, вы могли бы реально потерять друзей, а так вы их не потеряете. Очень. А чё? А чё? Нет, подожди, так это же хорошо, ну то, что не потеряют. Почему грустно-то? Хорошо, что потеряют. Нет, хорошо, что не потеряют, говорю. А, ну если будут смотреть твои ролики, да, но если будут делать то же самое, что это я с ними, может. Поэтому, ребят, все, нет, за такое это... Давайте только там. Только настоящие друзья, например. Да, да, да. Так, все, мы сейчас туда забрасываем, короче, дином чела, короче. Оп. Оп. Слушай, ну тоже прям нуб, правильно, нубский лабиринт. Конечно, конечно. Конечно, да.
Тут, короче, знаете, в чем прикол? Новые моды, и Машка не знает, как ими пользоваться. Нет. Ты мне сказал, тут без модов. Ты что, меня обманул? Так, ты мне сказал, тут без модов. Я просто тебе не стал рассказывать, Машка. Понятно. Так, сейчас проверим. Сейчас только... О. Я такой... Воу! Делаю. Вообще, воу, капец. Вот это было круто. Что там у тебя уже, эксперименты пошли? Эксперименты. Экспектопатрон. Кто смотрел Гарри Поттера? Ставьте лайк. Если не смотрели, то обязательно посмотрите. Ты что, смотрела? Конечно, все части несколько тысяч миллионов раз. Я ты фанат Гарри Поттера? Ну, я не сказала, что я, знаешь, прям вот фанат-фанат. То есть я, конечно же, не знаю, Харри, не он. Гарри Поттер. Видно, так будет. Шучу. Очень похоже. Аллахомора. Кто? Там заклинание, которое двери открывает. Там разве такое было? Было. Я другое послышала. Ребята, и не только двери. Так, короче, делаем вот так вот, тут ставим. Так, здесь вот так вот, короче, все. Я подумаю, чего смеемся вообще, даже не знаю. Так, ладно. Какие, конечно, эти... Не, ребят, на самом деле, вы должны... Иногда у нас такое прям, вы должны вникать, короче. Да, иногда у нас такой интересный юмор, который... Так, сейчас. Ты мне? А, нет, ничего. Что ты там делаешь, а? Убери. Опа! Где? Жень, ну что это такое, терничек? Все, закоптили, чисто закоптили. Ну-ка, дайте, ребят, посмотрим, как это со стороны смотрится, когда... Вау, нифига себе. О, ничего. А как так быстро построил такую огромную базу? Ты мне запилил. Ой, запилил. Я... Пилил. Я такой же обалдел, типа, я запилил, типа, вот это? Да, вот это. Так, ладно, ребята, у нас... Ничего себе, тут даже можно поставить грибы. Круто. Грибы? Да, тут есть, короче, тут типа есть реально блоки, типа грибов, мухомор, вот, нет, коричневый. Ну круто. Ты, Машка, конечно, и мухомор. Сам такой. Так, смотрите, здесь, короче, будет испытание. Короче, Машка, ты должна будешь пройти небесный паркур. Небесный паркур, прям там. Прям небесный? Прям небесный. Слушай, где светящиеся блоки? А вот. Какие светящиеся палка. Так, здесь вот так вот делаем. Женя, тут есть светящиеся палки. Вон у тебя уже одна светящаяся палка прыгает. А, ну слушай, ну бывает всякое в жизни, может у нее, не знаю, проблемы со здоровьем. Ты не понял, ребят, я про вот эту палку, смотрите, она здесь, короче, прыгает, Маша ее кинула, залагала. Да-да-да, она залагала, короче, и получилась какая-то непонятная вещь. Ну ничего страшного, слушай, я такую красоту тут, конечно, делаю. Ты можешь, могешь, что ли? Конечно, могу. Ничего себе. Я же могу строить, да, там долго. Так спрашивает? Не, ну, как бы, да. Как бы? Все, так, смотрите, нет, ребят. Если я поставлю эту палку, то это будет... Вот это, короче, паркурчик, я считаю, Машка может не пройти. А ты не знаешь? Отлично. Нет, не знаешь. Нет, Машка, не знаю. Как дела у тебя? Я строю палки светящиеся. И это хорошо. В этом и был весь смысл жизни. Строить палки? Светящиеся. Если у вас смысл жизни не строить палки, то у вас его нет. Осуждаю. Согласна. Так, я здесь, шучу, если что. Здесь, короче, так, смотрите. А, здесь, типа, так, оп. Сюда ты, типа, падаешь, короче. Так, вот сюда. Слушай, я тут еще лабиринтик строю. Он такой изичный, конечно. Тут подольше походи, чтобы легко не было. Ладно. Хорошо. Спасибо. Так. Походим подольше. Замечательно. Так, с Машкой у тебя тут будет, короче, вообще испытание очень жесткое. Да? Да. Прям вообще капец? Ну, конечно. То есть можно будет даже это... Того. Да, короче, кекнуть можно. Понятно. Ну, понятно, ничего не обычно. Такая, ну, понятно, ничего не обычно. Это... Типичный Евген Бро, хорошо. Да-да-да. Слушай, Рабиринт. А! Ты что?
Это я Ты это... Чё? Это а? Я, короче, провалил. Сейчас я к тебе, подожди, приду. Не понял, а как я тут оказалась? А, подожди. Ну, ты, видимо, за пределы вышла, короче. Да. Видимо, так и есть. Ну, ты потише обороты. Потише? Сбавить оборот? Конечно, конечно. Так, все, ребят, здесь, короче, давайте делаем вот такую штукенцию. Так. Ой, Машка, тут, короче... Не, тут я тебе не буду говорить, но мне так кажется, что тебе тут хана. Машка никак не отреагировала. Так, смотрите, ой, ну тут сложно будет. Вот так сделаю, так. Прекрасно. Нельзя! Что? Я тебя троллю. Я на самом деле тебя просто отвлекаю, короче, чтобы ты больше отвлекалась, а я успел больше построить и в итоге затроллить. Понятно. Смотрите, оп, здесь вот так вот. Ой-ой-ой, тут что будет? Троить разучилась вообще. Тут должна быть шутка, короче, да я промолчу. Какая шутка? Ты никогда не умела? Да! Чисто я... Слишком это. Да. Как-то не впечатлительно. Я такое каждый день от игроков слышу, с которыми играю. Так, все, здесь, короче, вот так вот. Сейчас такие все послушали, такие, потому что смысле Машка с игроками играет. Какие игроки вообще? На деньги? Не, не на деньги, если что. Так, здесь, короче, вот так вот. Типа, Машка, допустим, вылазит. Постоянно откуда-то вылазит. Машка, ты сможешь вылезти? Ну, смотря на сколько там узлов. Так, все, здесь, короче, вот так вот, короче, строим, сажаем. Вот здесь песня, ссылки пошли. Здесь, короче, очень все такое, как бы, сложное будет, очень. Да? Прочь, конечно. Здесь надо, я придумал, это называется лабиринт без лабиринта. Понятно. Здесь... А вот ты у меня будешь под землей, как крот, короче. Готов быть кротом? Когда-нибудь хотел быть кротом? Не, вообще мечтал в жизни? Не, Машка, самое давай... Самое время. Давай не надо, короче. Так, здесь не, вот поздно так. Уже. Да? Да. Блин, что-то там Машка... Смотрите, какую-то прям там лунную базу строит. Смотрите, там реально что-то копает внутри, короче. Копает, что-то там соображает. А тут несложно, ты это вообще на языках пройдешь. Да? Ты же Евген Бро, конечно. А, ну ладно тогда. Тогда, как говорится... Ну ладно, раз Евген Бро. Да, ну раз Евген Бро, тогда это... А какие еще есть привилегии у Евгена Бро? Да все вроде. Да все вроде. Ну у тебя канал есть, собственно. Так, ну ладно, тогда. Привилегии ему, а сейчас... Ну да, там какие-то, не знаю, бонусное снаряжение, чтоб легче пройти там. Ага. Ты думаешь, нет? Так все легко, да? Конечно. Нет? Слушай, а если я лаву налью на дерево, я буду, типа, гореть там? Нет. Нет? Нет. Нет? Ну это же дерево, как оно может гореть? Действительно, я в шоке. Не, на самом деле, не, без шуток лей, тут команда, ребят, на самом деле, включи, да, я немного потралливаю Машку, потому что, ну, а как без этого, надо же троллить. Уже, в принципе, начинаешь привыкать к тому, что тобой каждый раз это троллят, это, сказать, другой злом. Осуждаю. Так, смотрите, ребят, здесь, короче, ой-ой-ой, ой, все, будет называться, короче, ой-ой-ой, Машка. Что такое? Ну, вот так и называется лабиринт. Ой-ой-ой, Машка. Мне не нравится. Короче, запомни. Я сейчас подпишу, чтобы ты не забыла. Он будет называться Ой-ой-ой, Машка. Что я подписываюсь в этой жизни? Но Ой-ой-ой, Машка. Так. Все, вот, все, лабиринт называется Ой-ой-ой, Машка. А как это делается? Ну, так, что он там делает? Я пытаюсь сообразить кое-что. Так, ну, не могу сообразить никак. Да подожди, не дай. Ну что ты зачем ты дру сделал? Убери. Так, все, чисто закинули, короче. Просто как. Блин, что же. Так, здесь делаем вот таким вот образом. И здесь, смотрите, здесь будет дальше. Новая нычка. О, я кучу придумал, тут еще будет лифт, смотрите. Ты любишь лифты? Ты. А, Машка? А? Ты любишь лифты? Нет, я боюсь, у меня... Отлично, просто замечательно.
фобия, короче. Ну, типа, застрянешь-то там, да? Да-да-да. Отлично, да. Просто замечательно. Так замечательно. Просто... А я застревала, знаешь, как сложно было. Прям ужастик этот. Страшно было? Очень. Отлично. Ну, типа, там еще, знаешь, когда еще много людей в лифте, короче, и этот... Ты реально застревала? Да. Офигеть. Было дело. И как? Я же тебе только что сказала. Ты что, прикалываешься? А и как и в итоге? Расскажи эту историю, пока мы тут строим. Машка, расскажи какую-нибудь историю. Ну, в общем, короче, было как. Я была на тренировке. Так. Это ничего не предвещало беды. Так. Это было супер-класс. Угу. Угу. Вот. И потом что-то... Ну, как бы вообще это как бы здание, оно типа не старое, оно прям нормальное такое. Как бы все нормально вроде бы должно было быть. Но не тут-то было. Как всегда, я же Маша. Как бы ничего необычного не бывает в моей жизни. Отлично. Мне нравится история. Слушайте, ребят, чисто рубрика «История от Машки». Если зайдет, будем слушать всегда, короче. Так, ну и? Ну вот, да. И, короче, получилось так, что в этом здании всегда было так, что там типа один лифт, который... Там было два лифта. То есть там был слева и справа. И там было всегда так, что один лифт никогда не работал почти, то есть он постоянно не делался постоянно, что-то вот такое было. А второй лифт обычно работал, типа, на нем как бы всегда была такая прям нагрузка, знаешь, типа, потому что много людей, короче, ездило, вот. И, короче, знаешь что? Так. Один прекрасный день. Этот лифт, типа, работал, там, типа, все нормально, типа, да, можете там, короче, туда заезжать. Машка, давай больше к делу, короче. Да ты же сам сказала рассказать, я тебе рассказывала. Ну и, короче, мы сели, там было 5 человек, и лифт застрял. Как вышли? Как вышли, типа, прикол в том, что он застрял между этажами, то есть там открылись двери, и мы были между, там, по-моему, 4-м и 5-м этажом, то есть ты представь, посередине, там воздух еще кончается, короче, целый ужастик получается. Ну, в итоге все жив, цел, орел все? Ну, как видишь. А, ну все, ладно, как говорится. Ну, там, конечно, паники было, на тренинг опоздали, там у нас одна девочка тоже там паниковать стала. Нет, я не хочу умирать. Короче, вообще капец был. Отлично. Ну, короче, все живы, целы, здоровы. Да, все живы, целы, все орлы, короче, как говорится. Отлично, отлично, все орлы, ребят. Так, ну что ж, я почти достраиваю, как у тебя там успехи? Уже? Конечно, конечно. Чего? Ну, а ты как хотела? Серьезно? Ничего себе. Кстати, я тебе забыл бассейн показать. Машка, выходи, срочно новость, надо бассейн да показать. Да подожди, ну я же еще строю. Неважно, строишь ты или не строишь. Пошли, срочно надо бассейн, а то забуду. Да какой? Машка, да выйди. Сейчас, ну подожди, сейчас вылезу, подожди. Слушай, красивый такой этот бункер построила, а? Ну такая, ну, позже строит, там же не будет жестких ловушек. Подожди, я запуталась в самом лабиринте. Пошли, пошли. Я тут. Все, пошли быстрее, а то забудем. Смотри, ничего себе, ты уже все построил. Конечно. А где бассейн? Смотри, офигенский. Ого, что, реально бассейн, что ли? Смотри. Вон, сядь в уточку. В уточку? Не садится. Не, ну ты как бы это, убери блок-то из рук. Ладно. Вот, о! Офигенский, да? Не, ребят, посмотрите, можно какой бассейн. Можно вечеринки устраивать, слушай, вообще. Так он мега крутой, конечно. Я тебе говорю, реально. О, мячик можно двигать. Ну, конечно, это же новая версия Майнкрафта, да. Обалдеть. Все, можно настраивать? А тебя не смутил топор, который воткнут в дерево? Нет. У меня так же дома. Так, все, иди строй. Смотри, часы, которые идут, смотри. Ты же сам сказал, что все нормально. Подожди, сейчас я быстро тогда там снизу доделаю. Давай, да. О, ничего, у меня тут красиво все. Не то, что у Машки. Да, у тебя красиво. Подожди, я свой лабиринт сейчас пройду. Вот он. Давай, вообще, давай. Вообще, изейший лабиринт. Сейчас я просто долго думала, как построить тут-то. Ну вот, пока тебя не было, у меня тут все затопилось. Все из-за тебя. Ух ты, так красиво. У меня или у тебя? У меня. Ну, рано. Да, ты знала, что блоки душ шипят? Да. Когда ставишь, да. Это новое обновление какое-то? Ну-ка, подожди. Во, иди сюда, Машка. Да подожди, Женек, дай достроить ты мне, давайте. Офигенно рычат. Так у меня тут песок душ как раз стоит, конечно же я... Во. Слушай, не, реально клево. Так, ну что ж, и теперь финальный, короче, финальный этот. Проверим чисто интуишн у Машки. Ты еще строишь, да? Все нормально, то есть ты еще строишь. Да, 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 да. Все хорошо, замечательно, просто прекрасно. Вот строй, пожалуйста.
Чисто сейчас проверим интуишн. У тебя сильный интуишн или так? Нет. Хорошо. Но тебе как? Смотря где, слушай, смотря где. Иногда это проявляется, иногда это не проявляется. То есть, ну, как бы понимаешь, что? То есть такие вот. Понятно. Ну и фиг с тобой. Все, здесь, короче, чисто махач должна будет пройти. Я наверх делаю, как бы. Проходик. Отлично. Наконец-таки. Да. Махач, как думаешь, сможешь пройти или нет? Нет. Чисто проверим. Проверим чисто интуицию у Машки. Отлично. Не, кстати, интересно. Ну, проверяй, проверяй. Кстати, интересно, интересно, какая у тебя интуиция вообще, ну, типа, прям... Ну, она же проявляется, типа, знаешь, как, ну, не всегда. То есть, типа, например, если брать какие-то определенные игрушки, в которые я играю, у меня там все хорошо. То есть, я там, я сказала бы, я там одна из, наверное, лучших. Best of the best. Это, конечно, возможно, преувеличиваю, но... Кто знает, короче. Я аж закашлял. Во, видишь, шкашлять начал. Ну вот, поэтому... Смотря какая, смотря какая. Ну все, здесь, короче, сейчас будет интуэйшн, чисто проверим. Короче, ребят, все, я ставлю, короче, гост-блоки. И все. Только Машка замолчала. Все, шоу-интуиция, все. Шоу-интуиция, короче. А я сейчас уже просто делаю наверх, короче, проход. Офигенский. Нубский такой этот. Все, у меня у профессионала типа этот защищенный дом. Слушайте, уже? Да. Ты уже все готово? Да. А я нет. Ну мать. А ты мне дашь достроить? Mm-mm. Серьезно? Mm-hmm. Вообще? Да. Серьезно, вообще нет. Смотрите, троллит меня. Так, все, вот здесь. Давайте сейчас проверим. Не, серьезно, можно? Да. Большое спасибо. Что он тут строит? У меня тут последний штрих как раз, вот башенку сейчас сделаю, одну такую интересную. Там попаркуришь чуть-чуть, и все. Тут паркура-то нету там. Смотрите. Не смотреть, что там. Да ладно, все, отошел. Там тайна. Я пока, ребят, вам покажу, короче, вообще дизайн, который я тут делал. Смотрите, какая кухня. Кстати, очень красиво. Так. Офигеть. Подожди, как они выдвигают? Офигенски. Ну-ка. Машка! Чего? Ну-ка, а если отсюда я бомбану? Ну-ка. Ты чё там бомбить собрался? Ну-ка. Не надо. Ты чё делаешь? Что за... Всё, задвигил! Женя! Так, здесь, смотрите, тортик. Здесь красивая ваза. О, кстати, вазу можно будет положить что-нибудь. Не, очень красивый дом, я не знаю. Пока там Машка строит, вы напишите в комментариях, как вам мой домик. Ну, прям такой красивенький. Тут как бы и шторчики, и вон тут это все. Пойду пока в басике почилю. Все, ждем, чилим, отдыхаем. Да, я сейчас почти все. Загораем, отдыхаем. Жрёк! А? Принимай работу. Так, идем, короче, смотрим. Машка, короче, сделала. Так, ну что, сейчас будем проходить нубские лабиринты. О, ничего себе. Заходите. Подожди, еще. А я первый? Ну давай. Да, давай ты первый. Так, спампоинт, да? Если что, там вообще, слушай, нубский. Там никаких ловушечек. Там просто вообще вообще очень-очень легко, короче. Все, подожди. Давай сейчас оценим. О, здесь, короче, ничего себе, цветовые колонны. Тут прям красиво так, между прочим, офигенно так. Да, я за тобой спектейчу, короче. Да, ты прям следишь за мной? Да, прям слежу. Так, смотрите, тут типа эти световые, короче, эти штуки. Красиво, да, смотрите? Так. Ну-ка. Так. А, это лабиринт, да? Вот? Да, только он очень легкий. Так. Ага, тут прошли, проходим. Да, спускаемся, проходим. Спускаемся. Опа. Смотри, песок душ, короче. Так, окей. Да, я попыталась сделать красиво, но мне не очень получилось. Не, ну подожди, а как он прям проваливается? А это я вот пыталась как раз сделать. Это я полублоки, короче, поставила, и поэтому так долго, потому что не могла сообразить, как обычно так в картах делаю. А-а-а, ничего себе. А подожди, а как оно у тебя не растекается? Там просто полублоки, и лава обычно в полублоках не растекается, короче. Подожди, а тут можно вообще? Ну-ка, сейчас. А, можно. Ты чего? Ну я проверить просто. Будет тогда это или не будет? Ты почти все прошёл. Да? Да.
Реально? Я говорю, это очень прям изи, очень изи. Так. Тут все красиво, и тут паркурчик. Проходит. И все, короче. Фига себе, легкий, да, где-то. Да на ней он легкий, ты вообще изи пройдешь. Ну ладно, так, вот так вот. Так. Нифига себе. Не, без читинга, давай. Без читинга. Я без читинга. Так, проходим. Давай, почти прошел. Смотри, тут Машка, конечно, попотела, прям нормально такая. Но он очень легкий, то есть у меня всегда все легкое получается. Просто... Ты чё на последнем испытании? Просто, знаете, чисто такая Машка, да у меня лёгкий. Да легко там просто... Нифига себе! Ты первый раз прошёл, ты чё? Я не знаю, я, короче, на панике. Да всё, не паникуй, дох-выдох, всё хорошо. Дох-выдох, короче, всё, ребят, проходим. Оп, забираемся. Ну-ка, а здесь можно вот так? Ну-ка. Не, нельзя, я пробовала специально. Короче, Машка проверяла, так сказать. Машка проверяла, да. Так, оба. Так, слушайте, ну. Давай, ты сможешь. Не, ну давай. Вот здесь слишком вот это вот. Нет, ты сможешь, а давай. А туда может сразу? Не получится? Нельзя. Да смотри, нереально, тут надо, тут надо бочком. Сейчас надо, сделаем. Надо, короче, двойной прыжок. Сейчас все-таки оттуда можно или нет? А? Можно, конечно. Так, оп. О, сразу прошу. Это фейк, короче, это разводочка была. Неправда, там можно пройти на самом деле. Тебе надо туда прыгнуть. И все. И все? И ты пройдешь. Да. Поздравляю. Вы прошли, мои. Спасибо. Ну нормально такой был. Так, я появляюсь. Драты. Крутой, да, смотри, как ты. Нормально. Мне нравится. Защищенно получится. Сейчас, ну-ка. Нормально. Это о. Типа, знаешь, сигнал, когда проходишь, типа. Да, вот, да, знаешь, да, да. Салют, там обычно, типа. Так, ну что ж, Машка, пойдемте. Ну, пойдемте. Мой начинается защитный дом тут. А тут снизу где? Прям? Ой, вот здесь, да. Здесь, короче, спаунпоинт ставь. Тут-то? Сейчас да. Поставлю спаунпоинт. Так, выживалочка. Ага, выживалочка. Я выживалочки. Так, я ну прыгаю. Что ж, погнали. Так, ничего себе, тут уже эти механизмы с тинтишками. О, так. Так. Машка улетела. А, подожди, тут ты, короче, это, немножечко не рассчитал. Сейчас. Вот так, а то не попадешь. Короче, тебе надо пролететь. Просто у Машки минус лоб. Пиу пулькой. Так, все, летит. Вот она. Так. О. Ой. Короче, немножко разработать. А, я понял, как надо. Сейчас разработочку улучшим. Сейчас улучшим. Я не могу респавнить, я не знаю, реально. Сейчас. Сейчас починим, Машка, сейчас. Так. Ты, короче, улетела за зону территории. Здесь. Я поняла. Вот, все, теперь головой об эту стукаешься и вот сюда приезжаешь. Давай, дубль 3, короче. Сейчас еще раз пью. Смотрите, пробует, ну-ка. Пошла, ну-ка. Пошла. А мне сейчас обратно. О, сработало. Стой, спаунпоинт. Да нет, не сюда надо было. А куда? Иди сюда, обратно. А можно к тебе телепортироваться? Да, давай. А куда? Здесь небесный паркур. Вот первый блок тут. И тебе надо найти остальные блоки. Ничего себе, ты чё? Ага. Подожди. Так. О, нашла. Так. Смотрите. Ты чё? А ты сказал нет модов, а как невидимые блоки? Чё, я затроллила бы. Так. Так, смотрите, ты же сказал нет модов. В следующей серии затроллишь, короче. А дальше куда? Ищи, Машка. Так, ищи. Не вижу. Видит. Нет? Стой, нет, я же отсюда пришла. Да, это я сюда прыгнула. Или не отсюда. В смысле, нет, отсюда же. Не отсюда. В смысле? Нет? Нет. О, проходит. Так. Вот. Так. Находит. Находит. Смотри. О! Это унюхала. Теперь вон, видишь, вон дырочка, надо в дырочку, короче, попасть. В дырочку попасть?
Так, смотрите, оп. Оп, все. Я забыл. Я забыл обойдный пост. Так, давай, думай два. Тут, получается, еще и затроллили, короче. Оп. Попало. Идет. Вот это нежданчик был, короче. Вы видели, как Машка заорала? Аж нежданчик был. Сколько еще раз мне надо будет дырнику? Оп, мимо. Так, о, смогла. Так, аккуратней, Машка. Тут как бы это... Есть нычки. Пробежала просто такая на пофиг. Ладно, пофиг. А мне пофиг. Вот. Так. Это называется «Добро пожаловать в лабиринт ой-ой-ой, Машка». Фирменное название, так все проходит. Так, проходим. Не стесняемся. Смотрите, а ты видишь их, что ли? Нет, я просто додумалась, что раз уж тупики везде, то значит, где-то будут двери. А, так, смотрите, идиот. Так. Ага. О, так. Ты ничего себе. Я тут все пришла. Затроллили. Так, смотрите, идет. Да. Подожди, куда надо идти-то? Смотрите, ищет, такая, так. Оооо! Что ли? Нашла. Нет! О, случайно. О, добро пожаловать в лифт. Лифт? Лифт. Ничего себе! О! Слушай, у нас с тобой технологии, у меня там лавовая тропинка, у тебя этот. А что это просто паркур? Да, yes. Кстати, проходит. По песку душ? По песку душ. Оп. Оба. Вообще, это тяжело. Ну, а ты как хотел. Такое вообще, это тяжело. У меня-то изи было. Дальше? Так это ж про, вот сюда. И теперь надо, да, и спаунпоинт ставь. Теперь шоу интуиция. Это игра кальмара, короче. О, не чисти сходу. Такая тут... Подожди, а тут что? Чё? А, я думала, тут можно просто посередине пройти. Ладно, давай, может и так. Я думала, тут можно просто посередине пройти, счетерить, типа. Смотрите, идёт. Подожди, а как? Центрально не работает, это не работает. Ой, я случайно спавпоинт поставила вместо. Ладно, давай, телепортируйся. Просто тёпайся ко мне, короче, как чё. Так, давайте. Окей. Смотрите, идёт по центру. Вот так. Так, из-за вот тебя ходит. Так, теперь следующее. Эй! Не угадала. Телепортируйтесь. Просто телепортируйтесь. Так, в игре в кальмары я уже... Что? Телепортируйтесь. Машка просто... Я пошла вперед, а меня выкинуло за карту. А ты где? Так, а вот... сюда, 100%, да. Так, смотрите. Давай. О, идет. Нифига! У меня такой чего, то он еще раз надо вперед пройти. Если это будет правда, я, конечно. Ладно. Смотрите, так. Да, надо было влево. Давай, телепортируйся. А я не помню, как я прошел. А, ты телепортировал меня туда. Да, телепортируйся. Так, а куда я тут шла? Сюда. Что? Все-таки тебе надо было просто прямо пройти, прикинь. Прямо? Да. То есть я была права? Да, и тебе, знаешь, если ты тут не отгадываешь, то тебе надо будет пройти все. Подожди, а я тут же упала. Если ты здесь не отгадываешь, то надо будет все заново. Нет, я не помню. В этом будет прикол, так, значит, так. А это фейк было, смотрите. Ла-ла-ла, считается, что прошла, все. Там лестницу счетерил с паркура. Да. Все. А что дальше куда? А прикиньте, а вот здесь и пришлось бы как... А все, ты прошла, прикинь. О, правильно, да? Смотри, как было. Сейчас, смотри. По центру... Телепортись, короче, ко мне телепортируй. Сейчас, телепортируй. Смотри, правильно было по центру, потом... так. Потом вот сюда.
потом три раза в атаку по прямой. То есть я была права, да, что да, надо да, три да, раза. Да. Я, помнишь, я сказала, что я чувствую, что это надо еще да, раз. Да, 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 ты. Машка чисто гадалась, мне кажется. То есть мне нужно опираться на свою интуицию, хорошо. А ты, конечно, знаешь, я начинаю по логике, типа, а нет, ты вот так. Да, да, ну ты прям почуял, ты прям почуял. Я даже затаил дыхание, ребят, вы тоже все видели. И, короче, все... Ну, я такая, да, не этому. Это как, знаешь, математическая задача. Вот там, знаешь, всегда ставят, короче, три варианта ответа, и там может быть три А подряд, типа, варианта да, правильных, да, короче. Да, такой, да, да, да не может такого быть, чтобы было у меня четыре А, короче, а там четыре да, А, да, оказывается. В общем, ребят, за такую серию обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Сейчас я к Машке подлечу. Обязательно прожимайте колокольчик. А то стоит как бедолага, да. И все, и всем пока-пока. Всем пока.